Всем привет! Вот сегодня выбрался проверить часть ловушек. В частности, здесь в радиусе 3 километров стоит 3 ловушки. Сейчас объеду, посмотрю. Потому что крайний раз где-то проверял, если мне память не изменяет, по-моему, 26 мая была везде тишина в этих ловушках. Вот сейчас подъехал к одной. Обойдем, посмотрим сейчас. Но, по-моему, здесь тишина, пчелок не видать. Да, не видно ни единичных никаких, ни разведки. Ничего нету. Все, едем к следующей ловушечке. Вот, прикрутил педали к нашей вербе. Сейчас обойдем. Ловушка с этой стороны. Посмотрим. Ого. Ну что, друзья. Не знаю, как видно, но пчелка летает. Первый раз в этом году я поставил на этой вербе. В прошлом году я ее присмотрел, но лесовырубка шла, я сюда не поставил. Много было народа. В этом году замастерил на эту вербинку. Такая не слабая верба по объему. Вот такая вот кучная. Сейчас залезу, посмотрим поближе. Ну вот, забрался на вербу. Ну да, действительно, это уже раек. Это не скалья. Пчелка работает, отдельно идет с обножечкой. Хорошо работает. Как можете видеть, идут отлично. Лед хороший. Время еще 5:30 вечера. Так что пчелка летит. Вся в работе, вся в делах. Когда сел, даже не знаю. Потому что, по-моему, 26 мая. Где-то дома записано, надо глянуть, когда проверял. Вот такой вот выход на поле. Вернее, такая поляна между лесом. И туда, вот так вот. Вот такие вот места. Лесок, полянка. И здесь хороший пролет для пчел. Пчелка в работе. Ну вот, вторая ловушка. Сработало. Сейчас будем двигаться по ходу. Еще здесь 1,5 километра, наверное, до третьей ловушки. Посмотрим, что будет у нас следующий. Ну а за этим райком посмотрим на днях. Подъедем. Ну что, движемся к третьей ловушке. Ну вот, почти подъехал. Здесь еще пешочком 200 метров пройтись и дойдем до нашего места, до нашей третьей ловушки. Здесь вот такое поле, ну а здесь заросли. Последний раз, как был, травы было совсем немного, а сейчас местами выше пояса. Вот такая вот трава. Ну, сейчас дойдем до ловушки, включусь уже там.
Ну вот, подходим к нашей грушке с березкой. Здесь у нас полная тишина. Хотя в прошлом году здесь раёчек поймал я. А сейчас смотрю, мурашки все работают. О, что они тут наделали. Пошерстили, пошерстили. Но одна ловушечка из трех сработала. Я думаю, это хороший показатель. Но здесь пока у нас тишина в этой ловушке. Погода у нас сегодня, как ни странно, до вечера без дождика. Хотя обещали грозы и дождь. Но по прогнозу смотрю, там вечером вроде как все равно будет дождик. Хотя у нас прогноз может быть и обманчив. Не угадаешь. Ну вот такая вот проверка сегодня. Плюс один рой. Если получится сегодня, напарник будет свободен, то съездим, как говорится, на дальний кордон. Километров за 30 у нас еще стоят ловушки. Посмотрим. Если поедем, естественно, все это дело покажу. Вот только я успел приехать к проверке ловушек, как у нас лупашил дождик. Хороший проливной дождец. Вот приехали на дальний кордон. Первая ловушка, первый раек. За сегодня уже второй. Закрыли литок, ветра дуй. Вот маленько брызнул водичкой и закрыл им ход. Вот где от пчелки. Будем снимать. Ну вот всю ловушечку снял. На место установил пустую. Движемся с проверкой к следующей ловушке. Сегодня в этой местности тут не было дождя. 30 километров от дома. А дома лупашил такой ливник. Трава уже в пояс. Все, подойду к следующей, включусь. Вот подошел к следующей, но нужно залазить, смотреть. Потому что так как и в той льва, то уже нет. К вечеру похолодало, пчелка будет, даже если будет, уже сидеть в домике. Как вы видели в прошлой ловушке. В той ловушке литочек был направлен на, получается, где-то северо-запад. А здесь направлен на восток. И выход вот на такое поле. В этой тишина, пусто. Идем к следующей. Так, здесь третья ловушка стоит на вербе. Кто смотрит мои ролики с той вербы, мы уже один раз снимал я раек и поставил вместо ловушки ловушку на узковысокую рамку. Вот там молния близкая. Сейчас подойдем. Экспериментальные ловушки в этом году сделал 3 штуки таких. На 2 литка на узковысокую рамку. Пока не сработали. Сейчас залезем, посмотрим. Пусто в этой. Идем к следующей. 3 уже проверил здесь. Еще моих осталось здесь 2. Потом нужно переезжать еще километра за 10 отсюда.
Но еще посмотрим у напарника. Три штуки здесь стоит. И потом переезд километров за 10. И там еще у нас стоят на месте старого пасечника. Ну вот проверил еще одну, четвертую в этом месте. Залез, посмотрел. Тоже пусто. Еще одна осталась у меня. И напарника. Осталось две проверить. Это стоит литком на юг. Надо залазить смотреть. Не видно так уже ничего. Сейчас посмотрим. Ну вот, из 5 проверенных здесь ловушек сработала одна. За сегодня уже 2 райка. Еще у меня осталась одна ловушка. И в других местах там у напарника. Сейчас будем смотреть, что у него в этих двух. Если что-то будет интересное, покажу. Высоко надо лезть и смотреть. Так залазь. А? Лезь. Сейчас так же. Пусто? Да. Ну все, тогда переезжаем. Уловистый дубок старого пасечника. Волки на базе сидят. Сейчас Санек полезет снимать. Ночная съемка. Ого, гулять, блядь. Ну, райок хороший, значится. Ну так ты же видишь, на прилетке сидели полностью так. А? На прилетке сидели, хороший рой будет. На проволоке? Что? Шуруповерт он там не прикручивал? Ого, блядь, тяжко. Не, давай флейку. Что, стропу подавать? Ну. Ну ты оседлал старого клёника? Давай. Дубка? Ну улыбочку помаши ручкой, скажи. Давай, фонарик я не пашу. Выключай фонарик. Пусто. Уже почти 11, продвигаемся, последнюю ловушку проверять. Язычок интересно втянули под литком, да? Ну давай, лей. Сбрызни водичкой, загони. Ну, трохи ловушка, наверное, наклонилась, так? А? Там хороший будет райок сидеть. Ты видишь, они... Даже под прилеткой...
будет пиздец. Старайся сильно не это самое, не светить им. Вот такой язычок слепили под литком. Пчелинка прилетела ко мне. Ну ты закрыл литок? Закрыл. Так что, шуруповер давать? Да еще там их нету, наверное, пчел. Да внизу, знаешь. Внизу там две штуки сидит, да еще. Ну давай, буду шуруповер давай. Все, пчелок сняли, Саня валит, как лось по кукурузе. Вот три райка на базе.